Коллеги, я подключаюсь. Пожалуйста, сообщите в чате, слышите ли вы, видите ли меня. Поставьте плюсик. Если будет громко или тихо, тоже скажите, пожалуйста, в чате, чтобы я вовремя поднес микрофон ближе или дальше. Вот это все будем регулировать. Мне сегодня не очень удобно его зацепить, поэтому буду держать в руках. Коллеги, я... Сейчас, секундочку, момент. Хорошо. Тема нашей сегодняшней встречи, я все-таки надеюсь, что у нас получится небольшое обсуждение, поскольку я планирую быстро сегодня основной материал выдать. Тема посвящена цифровым ученикам и цифровому учителю. Даже не так, наверное. Тема такая, что цифровые ученики берут свое начало от цифрового учителя. Да, то есть у нас в центре цифровой учитель. Сейчас я перелистываю слайд. У всех он должен перелистнуться. Если нет, то пишите. Может быть, будут задержки. Моя исходная посылка, то, из чего я исхожу, может быть несколько, ну, может показаться немножко такой заносчивой даже, но вот я считаю, что прямо сейчас, на данном этапе развития системы образования и в условиях массовой школы, цифровые ученики могут быть только у цифрового учителя. И моя цель – дать некое общее представление цифровому учителю. Ну, это мой взгляд, хотя он основан в том числе на взглядах моих коллег, то есть вас. И все, что я буду говорить, служит приглашением к дискуссии и критике. Начнем мы с того, что такое цифровая экономика. Ответом на вызовы вот цифровой экономики, очевидно, служит цифровое учительство, о котором я сегодня хочу говорить. Сжатый при этом емкий ответ на вопрос, что такое цифровая экономика, дан в одной из работ у нашей замечательной коллеги Марины Ефимовны Вайндорф-Сысоевой. Вот она вместе с коллегой опубликовала работу в прошлом году, я потом могу ссылки дать. И там сказано, что сам термин, то, что на слайде приведено, был введен в употребление в 1995 году Николасом Неграпонте, а отечественные эксперты, ну, доктора экономических наук, которых цитирует Марина Ефимовна с ее коллегой, дают такое краткое определение, что цифровая экономика – это та часть экономики, которая опосредована интернетом. Здесь можно, конечно, раскрывать и уточнять, но я считаю, что нам достаточно и такого определения. Если помнить только, что является одним из важнейших следствий такого опосредования. Это цифровка реальности, то есть переход к дополненной, а затем и смешанной реальности, где у каждого физического объекта где-то в интернете имеется его цифровая модель, и их параметры и состояние, то есть этой модели и объекта, некоторым образом отображаются друг на друга. Да, то есть все в некотором смысле оказывается подключено к интернету, и все цифровые, все продукты, да, которые производятся в этой экономике, они возникают, ну, не все преимущественно, как бы продукты возникают в виде изначально какой-то цифровой модели, которая в том числе распределенно разрабатывается, а потом уже воплощается в физической реальности, не теряя своей связи с интернетом, да, в котором это все происходит. Вот цифровую экономику также связывают с появлением и развитием цифровых платформ, которые позволяют независимым участникам снижать, ну, транзакционные издержки кардинальным образом. Мы понимаем, да, что, например, продажи через интернет-магазин, встроенные в социальную сеть, как это сейчас происходит в Инстаграм, да, позволяют как бы продавцу напрямую продавать, да, без магазина, или там, производителю какой-то услуги напрямую эту услугу через интернет продавать там, в обход каких-то посредников. Или вот то, что нам будет особенно интересно, это уберизация обучения, да, вот, как Uber, да, вот, кто знает, уберизация обучения, вследствие развития онлайн-репетиторства. Причем не онлайн-репетиторство, как, знаете, какие-нибудь платформы специальные, а даже онлайн-репетиторство, когда ученик и учитель сами находят друг друга в социальных сетях. Да, потому что социальная сеть, она выступает в роли такой цифровой платформы, да, которая, оказывается, достаточно для того, чтобы наладить определенные отношения, экономические отношения между участниками вот этих процессов. Здесь важно отметить, что участие в той же уберизованной школе
Ну, во-первых, коллеги, чтобы было понятно, я сейчас не выражаю свое отношение к уберизации образования, я просто как пример привожу, да. Там есть положительные вещи, есть отрицательные вещи, мы потом, может быть, дискуссии обсудим. Но вот важно в любом случае понимать, что вот в рамках этих процессов, да, вот участие в такой уберизованной школе, да, требует от учителя и от ученика тоже требует овладения некими цифровыми компетенциями, в основе которых цифровая грамотность. Вот интересно, что западные коллеги говорят даже не о грамотности, а о грамотностях. Да, то есть как бы много грамотностей. Подразумевая, наверное, как бы отдельные функциональные элементы этого фундамента. Что вот есть цифровая грамотность, и она лежит как фундамент в основе цифровой компетенции. Но вот что интересно, это дискуссионный момент. Да, как бы сегодня нет единого подхода к определению ни цифровых компетенций, ни даже цифровой грамотности. Вот, есть, конечно, законопроекты, но важно понимать, что эти законопроекты, они не являются истинной последней инстанцией. Там даны какие-то рабочие определения, и опять же они обсуждаются. Да, то есть определений может быть много. И важно понимать, что определения, которые там даются, они даются из расчета на решение конкретной задачи. Да, ведь как мы знаем определение, определений может быть много, определения даются исходя из той задачи, которая решается. И вот сегодня нет такого одного подхода, и при этом эксперты, ну, естественно, говорят об одном и том же, но с разных сторон. И вот, например, рабочее определение организации PISA, которое цитируется в документах ОСР. Да, ну вот, кто не знает, PISA – это программа международной оценки студентов. Вот, который занимается, там, скажем, студентов, в смысле имеется в виду учащихся, да, который занимается составлением рейтингов, как ученики, выпускники разных школ там, в разных странах пишут там, тесты по математике, там, еще почему-то. Да. То есть вот у этой организации, например, в документах было такое определение, которое предложено на слайде. И вот что здесь интересно, вот у кого, может быть, не очень удобно читать по-английски, я поэтому переведу. Тут вот полужирным очертанием выделено, что цифровая грамотность, да, digital literacy, может рассматриваться как способность читать и ориентироваться автономно в цифровом контенте. Да, то есть еще раз, способность читать, то есть, например, потреблять в такой в цифровой форме и свободно, автономно ориентироваться, да, в цифровом контенте. То есть здесь в основе работа с цифровым контентом. И неспроста, потому что цифровая экономика – это экономика общества знаний. Вот еще одно интересное определение, да, в котором знание производится и распространяется в цифровой форме. В форме цифрового контента, с которым нужно уметь работать, то есть уметь и потребить, и в том числе уметь произвести этот цифровой контент. Угу. И вот известный западный эксперт, канадский эксперт, вы можете легко его загуглить, Тони Бейтс, принимая во внимание то, о чем я сейчас сказал, пишет следующее, например, да, что необходимо, вот, как построить обучение, обучение, которое направлено на формирование цифровых компетенций. Да, и даже если мы не даем четкого определения цифровым компетенциям, тем не менее он говорит, смотрите, о чем, что необходимо использовать, я прямо прочитаю, такие методы в обучении, которые обеспечат передачу навыков, получение и распространение знаний. И тем самым подготовят к профессиональной деятельности в обществе знаний. То есть здесь речь о методах обучения в высшей школе, в первую очередь. У Бейтса есть замечательная книга, которую я недавно нашел благодаря коллегам. Вот это спасибо Марии Зильберман и еще Елена Годунова, Людмила Рождественская. Они в Фейсбуке обсуждали, я таким образом узнал. Вот в этой книге Бейтс обсуждает роль вуза в экономике знаний, то есть цифровой экономике. И методы, о которых он пишет, это методы высшей школы. Вот почему сейчас роль высшего образования возрастает как никогда. Мы, конечно, говорим о том, что нам нужны рабочие профессии, но если внимательно очень посмотреть, что происходит, те же рабочие профессии, у них расширяется компонент работы, связанной со знанием. Да? То есть они как бы, хотя и рабочие, но они становятся отчасти knowledge workers, да? То есть им нужны навыки работы со знанием. А это возможно только приобрести эти компетенции в ВУЗе. И интересно, то есть мы ожидаем, что у нас в ВУЗе будет все больше и больше студентов. Эти студенты будут не вчерашними выпускниками школ, а взрослыми людьми, которые возвращаются для того, чтобы переучиться в новых условиях, приобрести какие-то новые навыки, которые они
нигде больше получить не могут, кроме как в ВУЗе. И вот интересно наблюдать за тем, как высшее образование меняется в связи с цифровизацией. И Бейтс, например, ставит задачу сохранения системы академических ценностей, которые неприходящи. Вот интересно, как звучит, да, что ВУЗ, конечно, будет меняться, что-то будет меняться, но у высшего образования, у академии есть своя система ценностей, например, как академические свободы. И их очень важно сохранить. И нигде больше, кроме как в ВУЗе, их как бы невозможно эти вещи приобрести. А что такое цифровизация в контексте образования? Мы говорим цифровизация. Цифровизация образования, что это такое? Я предлагаю следующее определение. Опять же, коллеги, определений может быть много. Это моя позиция. То есть, видите, здесь написано, что это определение, которое я... Ну, на самом деле, оно мне впервые прозвучало еще в прошлом году. Сейчас я в такой точной формулировке, поэтому здесь 2 года написано. Цифровизация образования – это текущий этап процесса информатизации, характеризуемый переходом преимущественно и полностью к опосредованному взаимодействию непосредственных и косвенных участников образовательного процесса. Вот кто такие эти непосредственные косвенные участники образовательного процесса? Это учитель и ученик, преподаватель и студент, студенты между собой, да, то есть обучаемые, или ученики там в школе, родители, административные лица, да, то есть это все непосредственные косвенные участники образовательного процесса. И вот где, вот, как сказать, в этом процессе цифровизации средством служат цифровые интерфейсы, все многообразие которых образует цифровую образовательную среду. Вот особенно последнее, средством, да, вот, опосредования этих всех отношений служат цифровые интерфейсы, все многообразие которых образует цифровую образовательную среду. Если спросить, где же при таком понимании цифровой образовательной среды, например, учебные ресурсы, те же там электронные учебники и все остальное, то я отвечу. Непосредственно они находятся в интернете, то есть в распределенной, ну, так сказать, базе данных, как данные просто хранятся в сети. А в цифровой образовательной среде, которая возникает как надстройка уже, эти ресурсы представлены посредством интерфейсов. И эти интерфейсы важнее, да? Так как, например, они обеспечивают сбор данных об обращении, там, работе с этими ресурсами и так далее. Они как раз делают возможным аналитику. Но вот если вы меня спросите, что такое цифровой интерфейс, коллеги, я сегодня, чтобы не перегружать, скажу, что интерфейс, собственно, это имеется в виду средство, то аудиовизуальное средство, которое отображается на экране компьютера, на экране мобильного устройства, то есть вот непосредственно набор средств взаимодействия участника образовательного процесса через вот эти вот экраны, вот именно экранный интерфейс, да, цифровой интерфейс, система, которая находится, которая базируется в интернете на распределенной цифровой платформе. То есть вот что имеется в виду под цифровыми интерфейсами. Они бывают разными, и то, как они устроены, определяет, собственно, как будет происходить взаимодействие, да, участников образовательного процесса, потому что они через них взаимодействуют. Важный аспект цифровизации образования – это переход к радикальной открытости системы образования. Может быть, недостаточно внимания сейчас этому уделяется, но тем не менее. И снова, что мы понимаем под открытостью? Вот за последние годы, то есть за последние там, 20-25 лет, с момента возникновения там, открытого университета в Британии, возникло несколько подходов к трактовке открытости образования, и опять же, единого определения нет. Вот некоторые подходы я вынес на слайд. Вот, например, Лобачев Сергей Львович, разработавший теоретические основы принципа построения информационно-образовательной среды для открытого образования в начале 2000-х годов, вот если не путаю, по-моему, с Солдаткиным тоже вместе работал, еще один очень важный эксперт в нашем сообществе в Фейсбуке. Вот он под открытостью понимает то, что на слайде написано, собственно, соответствие международным стандартам, да, то есть соответствие этих образовательных процессов международным стандартам, что обеспечивает студентам, обучающимся, да, совершенно новые возможности, да, например, та же академическая мобильность, там, как сказать, интероперабельность в этом совместном общем образовательном пространстве международном, или там трансграничность, как вот несколько лет назад было модно говорить, образование. И, но это не единственный подход. Да, вот в последние годы были выработаны такие подходы, как, например, открытость, в смысле открытость процесса преподавания, да, или доступ к
образовательным, открытым образовательным ресурсам. Да? То есть это то, что мы наблюдали в массовых открытых онлайн-курсах, когда они только появились, так называемый прото-мук, или то, что вот энтузиасты там горизонтального обучения, P2P обучения делают, там различные фонды, ЮНЕСКО в том числе. Или же, например, вот то, что мы сейчас наблюдаем в рамках национальной платформы открытого образования или в рамках той же Coursera, что там открытость понимается как возможность, ну, вот, зачисления без вступительных испытаний, когда не нужно там никаких экзаменов сдавать, просто зашел, зарегистрировался, и тебя зачислили на курс, да, то есть как бы это в таком смысле открытое образование. Ну, это все действительно характеризует открытость, но есть, то есть как бы есть разные подходы, их нужно в совокупности рассматривать, чтобы схватить суть. И вот мой подход... То, как я понимаю, открытая система образования, это, то есть то, с чем я в первую очередь согласен, это учет всех видов учебных достижений. Вот здесь на слайде написано способность, да, способность системы учитывать. Способность в том смысле, что есть способ, то есть механизм. Да, не то чтобы механизм переаттестации или подтверждения, а сразу механизм учета различных достижений, приобретаемых как в рамках формального, так и неформального образования. И даже информального образования. Это возможно не только путем проектирования сверху, да, вот как бы, когда государство выстраивает какую-то систему, цифровую образовательную среду, но это возможно также путем революции снизу, да, вот так, как бы революции в кавычках. Цифровой учитель, вот к чему я веду, цифровой учитель в некотором смысле есть такой механизм. И несколько лет назад, и в моих статьях есть, если вот интересно, я могу потом дать ссылку, рассмотрены три функции преподавателя или три функции педагога в более широком смысле в неформальном контексте социальных медиа. И там как раз я говорю о том, что да, одна из функций у педагога в том, чтобы обеспечить отображение вот этих достижений в информальном, в том числе в информальном образовании, на формальные образовательные процессы. Таким образом, например, школьникам, если вы с ними какую-то работу в социальной сети делаете, помимо того, что-то они обязательно выполняют, каким-то образом вот эти вот это переводить в их баллы и оценки, чтобы сразу же, да, вот эти достижения учитывать. Ну, понятно, что этот механизм должен каким-то образом совершенствоваться, чтобы не приходилось вот так по-тупому, может быть, так выражаясь грубо, переводить информальное в формальное, а сразу каким-то образом, может быть, в цифровом портфолио это учитывать. Если будут вопросы, я могу сегодня объяснить, что, как я вижу цифровое портфолио, хотя вот, как бы я специально об этом говорить сегодня не планировал. В цифровой экономике, вот важно понимать, профессионалам придется не просто постоянно учиться и переучиваться, ну, а то зачем, например, они в ВУЗ могут вернуться, неформально вернуться, да, не поступить на образовательную программу, скажем, на дополнительную какую-нибудь программу. То есть профессионалам придется не просто учиться и переучиваться, но и подтверждать свои навыки, многие из которых как раз приобретаются и совершенствуются самостоятельно и на ходу, особенно в сфере, ну, передовых практик каких-то там, ну, не обязательно в бизнесе, да, там в производстве, может быть, да даже в той же торговле, в бизнесе, почему бы и нет. И вот открытость, как я ее понимаю, она важна не только с точки зрения аттестации, да, но и с точки зрения фиксации новых навыков, превращения истории успеха с передового края в образовательную возможность для тех, кто желает не отставать. Потому что такое открытость, да, вот в плане способности учитывать все виды достижений? Это способность здесь и сейчас вот быстро видеть новые компетенции, которыми кто-то обладает. А если мы их видим в этой системе образования, то значит мы можем выстраивать какие-то образовательные треки для того, чтобы люди приобретали эти компетенции, формировали их у себя. Вот я сказал, что цифровой учитель в некотором смысле и служит механизмом обеспечения открытости системы образования, да, вот в таком понимании. И здесь как раз удобно сказать о том, кто же такой учитель, если требуется определить каким-то образом его в таком же контексте, при такой постановке проблемы. Некоторое время назад тоже вот у меня были вебинары, причем это было очень давно. Я делал доклад, по-моему, в 2014 году еще на конференции как раз у Марины Ефимовны Вайндорф-Сосоевой про
там было что-то, по-моему, сетевое обучение, и там вот как раз я впервые сказал про формулу учителя. Мне было очень интересно в свое время очень сжато и емко изложить, что же такое учитель в сети. Да, вот учитель вот как раз вот в такой в эпоху цифровизации. Я тогда, у меня на самом деле было несколько подходов, но вот один из последних подходов к записи этой формулы, сейчас предложен на слайде, это было уже на одном из мероприятий, которое проводил фонд Рыбакова, там было что-то типа цифровой школы, и вот я рассказывал, что учитель это как бы слагаемый, да, учитель, во-первых, это ученик, он постоянно учится, но думаю, никто с этим спорить не будет. Во-вторых, чем отличается этот ученик от ученика просто, да, которого обучают, тем, что он, его обучение, оно осмысленно, его история успеха, она воспроизводима. Это очень важно, почему? Потому что ученик, когда чему-то научается, он может, даже если он как бы понял, да, осознает, чему он научился, он может до конца не понимать, как он научился. Да? То есть здесь момент методики, что учитель, как методист грамотный, он, приобретая какие-то новые компетенции, он в состоянии в процессе рефлексии разложить их на составляющие и, собственно, сделать свою историю успеха воспроизводимой. Но этого недостаточно. Необходимо, чтобы, во-первых, весь этот процесс был прозрачным. Прозрачный в том плане, что он не просто все это своей головой понимает, в том плане, что у него есть какой-то процесс, который обеспечивает отображение вот этих процессов, рефлексивных процессов в интернет, в цифровую среду, в которой другие участники могут ознакомиться там, с какими-то материалами, какими-то методическими разработками, и тут же по его следам, мы сегодня упомянем цифровой след, но по его следам воспроизвести эти достижения. Ну и открытость означает, что я не только прозрачен со стороны, но я и открыт для взаимодействия. То есть ко мне можно обратиться, я как учитель могу, естественно, ответить на это. И вот в последних формулировках я совсем кратко изложил, да, что вот цифровое учительство, ну или учительство сегодня, да, в цифровой среде, потому что учительство, оно неизбежно превращается в цифровое, то есть среда становится цифровой по умолчанию, за редкими исключениями, оно превращается в искусство жизни. Да, вот Ars Vivendi – это как бы искусство жить, да, что вот искусство примера, да, учитель как пример, который осмыслен, воспроизводим, прозрачен, и, собственно, носитель этого примера, он открыт для того, чтобы взаимодействовать, помочь, если эта помощь требуется. И вот здесь тоже хочу сказать, что когда я говорю «учитель», то имею в виду учителя в смысле педагога вообще. Школьного педагога, педагога высшей школы, там, педагога доп. Образования, андрагога, того, кто работает со взрослыми. Ну, я понимаю, что это разные вещи, но пытаюсь выделить то общее, что делает всех этих учителей цифровыми. И вот что интересно, вот Тони Бейтс, который сегодня упоминал, у него вот в книжке он это очень интересно так сформулировал, что как бы он дополняет эту мысль тем, что сегодня одновременно, я уже говорил, да, с возрастанием роли высшего образования, то есть мы ожидаем, что все больше и большему количеству людей потребуется то образование, которое можно получить только в высшей школе, одновременно возрастает роль учителя. Да, то есть преподаватель, вузовский преподаватель, он постепенно движется в сторону учителя. То есть он не столько эксперт, который в состоянии преподать материал, сколько учитель, который владеет методиками и в состоянии помочь фасилитировать образовательный процесс. Да? То есть, ну, тут терминологическая каша иногда возникает, потому что мы сейчас говорим фасилитатор, тьютор, там еще какое-то слово есть, уже не помню, advisor, то есть как бы много таких терминов Запада пришло. Ну вот, мне кажется, самое такое, и Тони Бейтс хорошо это сформулировал, что учитель, да? То есть преподавание, оно на всех этапах превращается все больше и больше в учительство. Да? То есть нужен человек, который как учитель в буквальном смысле в состоянии наставить и объяснить, в том числе и взрослому объяснить, как вот в школе подробно со всеми шагами, да, там без всяких там прыжков веры, когда догадайся сам, как это было сделано, преодолеть трудности таким образом. А получается все очень просто. Смотрите, если мы хотим, чтобы наши студенты учились,
то учиться должны мы в первую очередь. Да? То есть цифровое учительство, с чего я начал, оно в том и заключается, что без цифрового учителя нет цифрового ученика. И мы понимаем сегодня, да, что вот, например, если говорить о вузе, если говорить о школе, то инновации, они происходят изнутри. Само слово вообще инновации, да, то есть это инновация, которая происходит изнутри, когда система сама перестраивается, не снаружи, а изнутри. А изнутри это означает силами преподавателя. То есть преподаватель, вот как здесь написано, это двигатели перемен. И учителя в школе, если мы говорим про школу. И вот, например, Стивен Даунс, один из основоположников теории коннективизма, я сегодня тоже кратко про них скажу, он так определяет разницу между учителем и учеником. Он говорит, что учитель моделирует и демонстрирует, а ученик практикует и рефлексирует. Да, то есть как бы он практикует то, что ему демонстрируют, и пытается понять, о чем это было, то, что он сделал. Так вот, учитель, он моделирует и демонстрирует. А что значит моделировать и демонстрировать? Это значит, что все те цифровые компетенции, которым мы должны обучать, которым мы хотим обучать сегодня, мы должны ими сами владеть и их же использовать в процессе обучения. Да, ну вообще это в теории компьютерной агментации, да, то есть как бы использование компьютеров для усовершенствования организации человеческой работы, есть такое понятие bootstrap, да, когда, собственно, тот инструмент, который мы разрабатываем, он же является инструментом разработки. Да, то есть вот если мы хотим учеников обучать какими-то навыками, то мы, собственно, их должны обучать посредством этих навыков, практикуя их сами. Но проблема, опять же, в чем проблема? Различные эксперты, вот наши коллеги тоже, Днепровская, не помню, к сожалению, имя, отчество, это, по-моему, коллега из доктора экономических наук, если я не ошибаюсь, из Плехановского университета, она, вот статья относительно свежая, 2018 год, там, по-моему, в конце года была опубликована, она, говоря о оценке готовности российского высшего образования к цифровой экономике, в заключении пишет следующее. Здесь написано, да, что с одной стороны у нас требования к IT-подготовке, а там, чтобы понимать, она вот как раз IT-подготовку связывает с цифровыми компетенциями. Ну, естественно, как бы цифровые компетенции, там одна из составляющих их, это как раз вот предметные, вот IT-подготовка, общая подготовка, там предметная IT-подготовка, там, ну, комплементарные навыки, те, которые связаны с выполнением каких-то общих действий в цифровой среде. Вот она пишет о том, что, смотрите, с одной стороны, это отражено в профессиональных стандартах педагога, а с другой стороны, профессиональные стандарты все равно отстают от того, что требуется от педагогов. А я сказал, что мы еще и сами не до конца понимаем, как сформулировать цифровые компетенции. Собственно, надо же для того, чтобы решать задачу, какое-то определение рабочее получить. Ну, они есть, но отставание происходит. Да? Как только мы что-то смогли в более-менее четких формулировках артикулировать, мы понимаем, что мы опять отстаем. А система обучения преподавателя, вот как она пишет о работе в современной цифровой образовательной среде, в настоящее время только формируется. Ну, если вы сейчас обратите внимание, какие мероприятия проходят в интернете, а многие мероприятия сейчас проходят по цифровой среде открыто, там форумы всевозможные, вот только на днях был вчера, по-моему, форум по цифровому образованию, по цифровому педагогическому образованию, по-моему, чтобы не перепутать, и в Фейсбуке, я потом ссылку дам, я у себя на страничке поделился записью видео этого форума, то есть вот интересно послушать, что коллеги говорят, да, то есть работа ведется, но, как вот отмечает автор статьи, который вот только что привел, система только формируется, да, система подготовки педагогов. Продолжает, двигаясь дальше, да, вот считая, что у нас есть некое идеальное представление о том, каким должен быть цифровой учитель. Продолжая, я хочу обратить внимание на интересный такой тезис, за которым вот, я считаю большой удачей, что мне удалось его сформулировать, и как бы я цепляюсь за него уже несколько лет. Школа там, где учитель. Да, если мы говорим о цифровом учительстве, то важно понимать, что школа не там, где есть какие-то формальные признаки школы, да, то есть там, где все это нормативно оформлено, там лицензия, все остальное. В цифровой среде школа там, где учитель. Да, то есть вот есть учитель, есть школа, да, а есть просто сайт, там какая-то сайт организации, которая называет себя школой. Ну, это сайт организации, которая называет себя школой, да, вот, а вот есть учитель в цифровой среде, а вот там, собственно, и есть школа. И вот это очень, очень интересный момент, потому что мы. Если говорим о школе в таком понимании, то мы начинаем говорить о школе с точки зрения пространства отношений. Пространство отношений, которое возникает между участниками образовательного процесса, где вот ключевой фигурой
служит именно учитель, который в состоянии организовать эти отношения так, чтобы взаимодействие. А что такое, вот когда мы говорим об отношениях, я имею в виду в большей степени именно способы отношений, которые возникают вот, и связаны со способами совместной деятельности, вот в этой цифровой среде. А способы совместной деятельности учителя-ученика – это, собственно, методы обучения. Да? Кто ими владеет? Владеет ими учитель. И учитель в состоянии эти методы воплощать, реализовывать в цифровой среде. И вот здесь ссылка дана на мои мысли, которые я изложил, вот там, где был этот тезис сформулирован. Там, на самом деле, пост в двух частях. В первой части я делаю отсылку на интересную книгу. Ну, на самом деле, коллеги, мы сегодня вынуждены заниматься междисциплинарным, как бы таким междисциплинарными изысканиями. И я ссылаюсь на книгу Скотта Маквайера. Она не очень новая, там 2009 год. Он ее, по-моему, даже переписывал, обновлял. Книга называется «Медийный город». Вот Маквайер исследует как раз пространство отношений города, да, там, где люди, населяющие этот город, находясь в экономических отношениях друг с другом, вступая в эти отношения, они образуют некое вот это пространство отношений. Это пространство отношений, оно связано, оно оцифровывается. Да, то есть сейчас в процессе цифровизации происходит оцифровка этого пространства отношений. И Маквайер вот рассматривает эффекты социальные, вот, в первую очередь там, антропологические, культурные, которые его интересуют в связи с вот этими процессами, да, что происходит вот с этим пространством отношений города, когда город становится медийным. А медиа, вот, в том числе электронные, цифровые медиа. И если мы говорим о учителе, о его роли, да, то у Маквайера тоже есть очень интересная мысль. Он, правда, говорит про цифровых художников в этом медийном пространстве, о том, что их роль в том, чтобы создавать интерфейсы. Интерфейсы, которые как раз выступят катализатором для отношений, как бы коммуникации между участниками, для создания коммуникабельности, которые, вот очень важно, она сама по себе не возникает. Да? То есть всегда нужны какие-то дизайнеры, люди, которые создают, или художники в таком более широком смысле, которые создают интерактивные интерфейсы в этом пространстве отношений, которые позволяют, собственно, через них организовывать какое-то взаимодействие. И вот учитель, он, вот я к чему в этом посте ввел, к тому, что он, собственно, его задача в том и заключается, чтобы в цифровой среде создавать эти интерфейсы, которые позволят превратить, да, вот эти отношения в отношения образовательного характера, да, чтобы было возможно информальное, неформальное, ну и образование, и чтобы оно смыкалось с формальным ядром, которое предоставляет, возможность которого, да, обеспечена системой образования непосредственно. И вот цифровая образовательная среда, тоже я говорил об этом, да, она рассматривается мной как раз как совокупность цифровых интерфейсов. И что интересно, вот опять же интерфейс, почему интерфейс, я говорю, потому что если мы говорим о том, что среда опосредует, то есть происходит оцифровка отношений, да, и среда опосредует все, или преимущественно все формы взаимодействия между учителем и учеником, то есть все так или иначе через интернет или при участии интернета, то, и мы хотим понять, а как, собственно, это происходит, да, чтобы разобраться, то интерфейс, вот он, собственно, и отвечает на вопрос, а как это происходит, да, потому что в каждой конкретной ситуации интерфейс не просто отвечает на вопрос, как происходит опосредование средой взаимодействия участников образовательного процесса, а он не просто отвечает, он определяет, как это будет происходить, поэтому очень важно разбираться и понимать, что вот есть образовательная среда цифровая, она представлена совокупностью интерфейсов, и мы должны четко понимать, да, что вот эти интерфейсы, они давлеют над дидактической системой, потому что они определяют в том числе, то есть это не только внешняя формальная сторона образовательного процесса, да, это не только форма, это дистанционная форма, смешанная форма обучения, это и содержание в том числе, потому что если мы говорим о курировании информации, то есть отбор информации для организации обучения в интернете, то важно понимать, что вот те источники, которые мы предлагаем, вот электронный учебник, например, на странице, образовательная среда, она же этим не ограничена. В учебнике могут быть ссылки, которые ведут вовне. Да, или, например, если вы размещаете на какой-то платформе, и там, допустим, где-то отображается реклама, то есть получается, что как бы мы через эти интерфейсы, вот, чтобы понимать, да, мы даже не всегда, поскольку они связаны с коммерцией цифровой, не всегда в состоянии контролировать даже содержание обучения. И нужно давать себе отчет в этом.
что они решают сейчас, то есть технология в центре. И вот здесь вот интересно, что то определение цифровизации, которое я даю, то определение цифрообразовательной среды, которое я использую, оно позволяет сразу же, да, сразу же обнаружить, то есть увидеть, да, становится очевидным, что есть национальная цифровая образовательная среда, то, что мы пытаемся выстраивать в рамках приоритетного проекта, да, вот федеральный проект «Современная цифровая образовательная среда». И есть цифровая образовательная среда вообще, да, то, что связано, например, с такими явлениями, как вот BYOD, да, принеси свое устройство, когда ученики, ну это как бы там технология обучения, технологическое решение, когда вот вы пытаетесь задействовать в образовательном процессе гаджеты, которые приносят с собой ученики, а есть как бы BYOD в том смысле то, что, ну, если вы не задействуете, они все равно приносят эти устройства, они ими пользуются, да, то есть если, причем не все же пользуются для того, чтобы смотреть там или в игры играть на уроке, есть ученики, которым недостаточно того обучение, которое может им предоставить учитель, и они, скажем, дома или там по пути домой, там в метро или в автобусе смотрят, там, скажем, интернет-урок с мобильного устройства. Вот это нужно учитывать, что кроме национальной цифровой образовательной среды, есть цифровая образовательная среда вообще. А если учесть, что многие школьники, старшеклассники сейчас еще и английским языком владеют, и для них как бы языковой барьер постепенно спадает, то важно понимать, да, что это цифровая образовательная среда вообще, это мировое образовательное пространство. И вот то, о чем говорили вот мы, открытость в смысле соответствия, там, отсутствия барьеров, там, соответствия международным стандартам, есть одна цифровая платформа, есть национальные цифровые платформы, да, и есть как бы человек, автономный участник, который пользуется этими цифровыми платформами, поскольку ему доступ везде открыт, да, пока вот интернет не блокирует, он может самостоятельно вступать в какие-то отношения и осуществлять, да, свою деятельность в этой цифровой образовательной среде. Целенаправленно или вот стихийно, да, если вот мы говорим об неформальном образовании. И вот интересно то, что, вот тут тоже интересно, как трактуется непрерывное образование в рамках вот этих приоритетных проектов. Ну, я не буду сейчас комментировать приоритетные федеральные проекты. Я скажу, что непрерывное образование – это сплав, да, вот просто чтобы мы понимали и давали себе отчет о том, что это сплав формального, неформального и информального образования, да, видов образования. Вот здесь приведена такая схема, которую предложила вот в одной из статей. Вот интересно, погуглите статьи Анны Валентиновны. Вот у нее вот статья как раз, что такое неформальное образование, информальное образование педагога, и она там предлагает эту схему, да, вот видите, как клин информальное образование, то есть вот стихийное образование, оно вклинивается сквозь кольцо неформального в формальное ядро. А что такое информальное образование? Информальное образование – это то образование, которое осуществляется посредством, например, персональных учебных сетей, когда наши ученики, они находят себе репетиторов, да, то есть вот сами находят себе репетиторов в сетевой образовательной среде или потом в сетевых, в социальных сетях, и один на один начинают с ними общаться в обход всех формальных систем, в обход даже специально организованного образовательного процесса, да, вне школы, вот это неформальное образование, просто вот как бы задают там вопрос, получают ответ, там какую-то помощь эпизодическую, то есть вот это как раз есть информальное образование, и оно выступает как в роли такого клея, который склеит вот этот континуум, да, непрерывного образования, или вот можно сказать, как вот клин, да, который проникает через неформальное образование в формальное ядро и привносит туда вот очень интересные вещи, в том числе вот обеспечивает переход каких-то передовых новых компетенций, навыков из периферийной сферы в сферу вот как раз вот целенаправленной формальной подготовки специалистов. Ну вот вообще многие исследователи, например, тот же Бейтс, отмечают очевидное, да, что студенты, которые приходят к нам сегодня, и ученики тоже, они активно пользуются социальными сетями, и их жизнь погружена в те отношения, которые они с помощью этих социальных сетей выстраивают. То есть у них все через социальные сети. И они, в принципе, я имею в виду через социальные сети, в смысле, через цифровые платформы, да, то есть, которые, вот, те цифровые платформы, которые называются социальными сетями. Там и коммерция есть, да, там экономические отношения, там все это есть. Они, в принципе, да, вот эти дети, студенты, которые вовлечены в эти отношения,
Они ожидают, ну, может быть, не от вуза, там, не от институции, но от конкретных его членов, от преподавателей, методистов, кураторов, они ждут, что таким же образом можно выстроить взаимодействие и с ними в рамках образовательного процесса. Ну, по крайней мере, с однокурсниками они точно взаимодействуют через социальные сети, делятся там заданиями. Вот, кстати, далеко не всегда я со своими студентами общаюсь, смотрю, как они со мной взаимодействуют, как они друг с другом взаимодействуют, потому что я общаюсь с ними через социальные сервисы и как преподаватель, как и куратор, и далеко не всегда эти сервисы используются для списывания. Да, вот некоторые считают, что они там делятся заданием выполнен. Нет, они не списывают, они совместно организуются для того, чтобы выполнять задания, которые они получают. Да. Ну, где-то там, конечно, кооперация присутствует. То есть вот информальное образование, которое как клин, да, вот через неформальное кольцо вклинивается и выступает клеем в этом континууме вплоть до формального ядра. И вот я сказал, да, что вот информальное образование, в первую очередь, из моих вот предыдущих работ и работ коллег, это то, что можно отнести к обучению посредством персональной учебной сети, да, как бы сети контактов, нетворкинг, говорят в бизнесе. То есть это выраженная практическая ориентация здесь присутствует, презентация результатов, мгновенный отклик, когда вы можете задать вопрос своему экспертному сообществу, в которое вы входите, получить какой-то ответ тут же. Неформальное образование, вот, или вот то, что мы говорим вот, в рамках приоритетного проекта современной цифровой образовательной среды, там как понимается неформальное образование? Что если вы не хотите получить сертификат, пройдя какой-нибудь курс на национальной платформе, то есть вы не хотите получить сертификат, вы не хотите его предъявить, чтобы вам получили зачет в вашем вузе, то есть вы как бы проходите этот курс для себя. Вот это считается как бы вот, доп. Образование, это вот непрерывное неформальное образование. Да, вот онлайн-курсы такого плана, которые проходятся для себя. Вот это как раз и есть, это и есть неформальное образование или доп. Образование, тоже очень важный аспект, но есть еще так называемые коннективистские протомук, прото, как какой-то первичный массовый открытый онлайн-курсы, которые организовывались как события. События, организованные профсообществами, ну, при необходимости какую-то там проблематику вместе проработать. Были еще, так, и были, есть так называемые горизонтальные обучения для энтузиастов, когда вот они совместно практикуя вот определенные совместные практики организации вот образовательного процесса распределенного, они тоже вот таким образом неформально учатся. И вот, наконец, там, где у нас происходит, вот как я сказал, да, вот национальная платформа, это как раз стык, на стыке формального и неформального. Вот там, где у нас есть массовый открытый онлайн-курс вот уже по такой модели Coursera, где есть выход на персональную образовательную среду и очевидная связь с доп. Образованием. И вот цифровая образовательная среда, она как бы выступает в роли цифровой платформы, если еще раз попытаться ее осмыслить, цифровой платформы, которая посредует все взаимодействия во всех трех видах образования, да, то есть у нас формально, неформально и информально. И вот здесь, поскольку мы говорим о, прозвучала персональная образовательная среда, я хочу сказать, что может быть, опять же, недостаточное внимание в приоритетных проектах уделено этому. Вот непрерывное образование в таком свете обнаруживает недостаточность одной лишь информационно-образовательной среды для обучения. Да, то есть ученику требуется не только информационно-образовательная среда вуза или та информационно-образовательная среда, которая вот в рамках национальной платформы выстраивается, а ему требуется персональная образовательная среда, которую он сам для себя выстраивает. И вот если обратиться к исследованиям, которые коллеги делали в последние годы, есть очень интересная диссертация. Вот я, к сожалению, запамятовал фамилию, выпала из головы. Как раз коллега делала диссертацию, написала, посвященную персональной образовательной среде на примере корпоративного обучения. Она исходила из позиции, как бы это распространенная позиция в трактовке персональной образовательной среды, что
информационно-образовательная среда, или еще говорят информационно-коммуникационная образовательная среда, она имеет ряд характеристик, и одна из характеристик – это ее адаптивность. То есть ее можно адаптировать, там, заменяя какие-то ее компоненты, то есть там есть элементы вариативности, да, настройки, адаптацию под конкретную образовательную ситуацию. Можно превратить ее в такой персонализированный вариант информационно-образовательной среды, который будет решать вот как бы мои собственные задачи как учащегося, да, то есть как бы удовлетворять мои потребности, мои образовательные потребности. И вот какой недостаток в такой позиции? Он заключается в том, что мы понимаем персонализацию в данном случае как бы внешнюю, ну, декларируется, конечно, что персонализация, она идет от самого учащегося, да, то есть как бы персонализированное обучение – это обучение, в котором учащийся берет на себя ответственность за свое образование, да, то есть это его персональное образование, да, то есть как бы не то чтобы индивидуализация, когда под меня индивидуализируют, а персонализация, то есть я беру на себя ответственность. Так вот, когда мы говорим о персональной образовательной среде, к сожалению, часто как раз вот декларируют как бы персонализацию, а дело занимается индивидуализацией, то есть как бы преподаватель настроен на, или там педагог, да, на его деятельность направлена на то, чтобы работая вместе с учеником, помочь ему выстроить свою персональную среду. И вот интересный вопрос, а можем ли мы выстроить, да, вот я педагог, я цифровой учитель, да, вот могу ли я выстроить такую персональную образовательную среду для себя, да, до того, как начну выстраивать ее для других. То есть сначала сам, потом для других. То есть персонализировать за кого-то, да, а показать, а вот как выглядит персональная образовательная среда, и есть какие-то элементы, которые можно у меня скопировать, да, то есть помните, как я у Даунса сказал, что учитель моделирует и демонстрирует, а ученик практикует, ну, вместе со мной, очевидно, да, если у меня есть какая-то деятельность, которую я практикую, открыто, помните, там у меня было написано открытость, прозрачность, и работая вместе со мной, он, по идее, должен выстроить точно так же свою собственную образовательную среду. И вот Siemens и Даунс, два основателя коннективизма, ну, как бы авторы этой теории сетевого знания, они, вот Siemens формулирует эту мысль очень метко, мне кажется, он сказал так, что нам нужны не adaptive learners, да, то есть как бы не адаптивные, не так сказал, нам нужны adaptive learners, да, то есть адаптивные учащиеся, а не adaptive learning. То есть нам нужны адаптивные учащиеся, а не адаптивное обучение. Чувствуете разницу, да? То есть не адаптивное обучение нам нужно, а нужны адаптивные учащиеся. Есть еще Джон Сили Браун, тоже западный эксперт, очень интересный. Он говорит о entrepreneurial learners, то есть как бы предприимчивые учащиеся. Да? То есть ученику вот в обществе знаний, в цифровой экономике, он должен быть предпринимателем. Ну, не предпринимателем, а как сказать, энтерпренером. Да? То есть он должен быть таким предприимчивым в том смысле, что образование – это его предприятие. Да? Собственное образование – это его предприятие, которое он реализует. И вот важно также понимать, что, возвращаясь к навыкам приобретения и распространения знаний в цифровой экономике, это то, вот, чему должен учить цифровой учитель, интересно то, как мы можем это связать с нашей отечественной психолого-педагогической мыслью. Я здесь очень кратко, коллеги, скажу. Ну, у меня здесь, опять же, так немножко я выпендриваюсь, когда вот на слайде пишу «Таксономия Блума-Травкина», но надо как-то назвать. Вот дело в том, что сейчас, когда мы говорим о электронном обучении, у нас такое засилье западных теорий. Вот Блума очень часто цитируют. И, ну, если мы цитируем Блума, нам нужно уже понимать, как мы, встраиваясь в цифровую образовательную среду вообще, то есть интегрируясь с международным таким открытым образовательным пространством, как мы можем туда войти, сохранив все то лучшее, что есть у нас. Помните, вот как вначале Бейтс говорил, я вот цитировал, что интересно, как меняется высшее образование, и вот стоит задача сохранить академические ценности, да, то ценное, что вот ради чего идут за высшим образованием, шли, идут и будут идти. Вот в нашей школе, что нам дает отечественная педагогика, психолого-педагогическая мысль? Она дает нам понимание того, что знания, цифровая экономика, цифровое общество, это общество знаний, да, знания, они усваиваются в структуре деятельности.
Еще раз, знания усваиваются в структуре деятельности. У нас есть очень известная теория по этапному формированию умственных действий Петра Яковлевича Гальперина. И, ну, если по-простому, так по-модному на американский манер изложить, те знания, которые мы планируем загрузить в голову ученикам здесь и сейчас, их необходимо сначала упаковать в виде ориентировок. Да, то есть даже никто не дает параграф текста, который нужно выучить, а дают ориентировку для совершения какого-то действия, которое требует вот этих знаний. И, собственно, вот усвоение этой ориентировки, оно может происходить по-разному, потому что есть развивающее обучение, когда вы выстраиваете образовательный процесс так, что там есть разные подходы, да, например, можно выстроить образовательный процесс так, что учащиеся, решая учебные задачи, которые перед ними ставят, они сами нащупают эту ориентировку, то есть как бы сами приобретут знания. И вот где мы это можем связать с цифровым учительством? Дело в том, что вот с одной стороны понимаем, что знания усваиваются в структуре деятельности, мы с другой стороны сегодня должны рассматривать разные подходы к трактовке самого знания. А что вообще мы понимаем под знанием в цифровой экономике? Вот есть разные подходы, вот, кстати, Бейтс в книге об этом пишет, и один из подходов – это трактовка знаний с точки зрения теории вот сетевого знания, да, что знание, оно распределено, экспертиза, она сосредоточена не в одном эксперте всезнайке, а она сосредоточена в распределенной сети экспертов профессионального сообщества, и человек, скажем, может всего не знать, но он владеет персональной учебной сетью, может, актуализируя какие-то связи, очень быстро получать информацию, принимать информированные решения за счет этого коллективного знания. И получается, что коннективизм, да, то есть сетевое обучение, оно строится как раз на способности выстраивать эти сети, которые позволят вам быстро принимать решения за счет актуализации вот этих связей. Да? Может быть, я всего не знаю, да, но я свои знания храню в своих друзьях, да, и в друзьях друзей, до которых я могу дотянуться, быстро это актуализировать. И вот когда я все это вместе совмещаю, пытаюсь это совместить, я на свой лад переформулирую таксономию Блума. Вот у меня вот базовой цели, вот фундамента знания, это как такового нет. Я его заменяю, вот посмотрите внимательно, на находить, распознавать. Да, для того, чтобы применять, анализировать, оценивать, потому что это создавать необходимо не то, чтобы знать, да, фундамент. Ну, конечно, есть какое-то ядро, которое необходимо знать. Но основа теперь – это умение, цель, да, цель находить и распознавать ориентировки, да, или там знания, вот, сформулированные в форме вот этих алгоритмов, да, которые можно найти в интернете. То есть вам нужно что-то сделать, вы ищете сразу же инструкцию, в которой есть пошаговое руководство, или вы ищете ролик на YouTube, как там, скажем, решите какой-нибудь пример. Да. То есть вот дети сегодня так делают. И обучение тогда, да, вот направлено на то, какие вот ориентировки мы должны сообщить, да, какие умственные действия мы должны вырабатывать у наших учеников в школе, в ВУЗе, то есть, вот, собственно, цифровые компетенции, они о чем? Они о вот этих универсальных учебных действиях. Почему вот универсальные учебные действия? Надпредметные, метапредметные какие-то навыки, компетенции, потому что мы к этому идем. Мы идем к тому, чтобы научить, как быстро ориентироваться, как быстро узнавать, что вот это мне нужно. Или вот там было определение цифровой компетенции ОСР, там было сказано, что умение, я там часть перевел, когда озвучил, там было сказано, в том числе умение быстро находить информацию из разных источников и анализировать ее на достоверность. Да, то есть я нашел, я вижу, это то, что мне нужно или нет. Или я когда-то это читал, проходил в ВУЗе, потом я это забыл, но мне нужно это очень быстро актуализировать. Да, вот у меня многие студенты прошлых лет, мы с ними общаемся, иногда там в Инстаграме какие-то вещи выкладываю, и мне парень недавно написал, что, говорит, я уже забыл, как решается дифференциальное уравнение. Я ему говорю, важно не то, что ты как бы помнишь, не помнишь, важно то, что ты один раз уже это делал когда-то, и теперь тебе просто нужно знать, где это найти. Что открываешь учебник, 5 минут ты пролистал, и ты очень быстро в состоянии это актуализировать, вспомнить, и, потому что выработаны ориентировки, которые позволяют, то есть вот в фундаменте, вместо знать у нас теперь находится распознавание образов, если в общем это сформулировать, да, вот в том числе умение формулировать поисковый запрос и верифицировать информацию на ее достоверность. Это тоже очень важно, потому что источники могут меняться. В интернете избыточная информация, источники могут меняться. Вы можете посмотреть что-то в одном источнике, в другом источнике. Я вот со студентами, когда занимаюсь, я читаю, у меня есть лекции по теории вероятности, и там
Требуется справочный материал, но если кто-то знает, две таких таблицы, которые используются, это таблица значения функции Гаусса, функции Лапласа. Я ребятам всегда говорю, что я вам их уже не даю, потому что, ну, там учебники они берут, не берут. Я говорю, в каждом учебнике есть, а главное, я говорю, вы вот здесь нажимаете, браузер запускаете, открываете Google, пишете таблица Лапласа и переключаетесь в поиск по картинкам, и она там есть. Нужно знать ключевое слово, это функция Лапласа, и она там есть, всегда 24/7. И, а кроме того, вот смотрите, очень интересно, там таблица Лапласа, тут тоже хороший пример, я вот жалко его сюда не вынес, это был как бы конкретный пример. Она есть в двух видах. Ну, в буквальном смысле там нужно вычислить интеграл, но этот интеграл считается по-разному. И если человек получает одну таблицу, да, и он не различает их, да, значит, значение отличается буквально на 5 десятых. Да, то есть там нужно либо прибавить, либо вычесть 5 десятых. Если человек их не различает, то есть у него нет этой ориентировки, то он допустит ошибку при решении задачи. А если он различает, то есть я их, собственно, и учу, говорю, что, во-первых, вы должны знать, что вам искать, а во-вторых, вам нужно там, или вы в картинках нашли, или кликнули по ссылке, открыли на какой-то странице, или вы в Excel там вбили, потому что я же говорю, тут есть еще и встроенный Excel или там Numbers, вот этот Apple-овский вариант, там тоже есть эти встроенные функции, нужно понимать, что вы получаете, как быстро проверить, да, ну вот, например, введите функцию и укажите какое-нибудь известное значение, по нему сориентируйтесь, там, что он выдает, там, нужную вероятность или вероятность там плюс еще 50%, да, то есть вот они, эти вещи. И, наконец, я даю готов вам ответить на вопрос. Вот я говорю, да, цифровой интерфейс, роль учителя, да, создание цифрового интерфейса. Вот цифровой интерфейс, интерфейс цифрового учителя, это его персональная образовательная среда, которая вот в духе бутстрэппинга, да, используется одновременно. И для того, чтобы он сам повышал свою квалификацию непрерывно, для того, чтобы он делился опытом с коллегами, и для того, чтобы ее же использовал одновременно как инструмент для обучения своих учеников. А ученики одновременно видят то, что преподаватель, ну, он как бы в сообществе, и экспертном, и педагогическом. И, собственно, если речь идет, допустим, о каком-нибудь бизнес-образовании, то, значит, предполагается, что учась у такого преподавателя, вы автоматически занимаетесь еще и нетворкингом, потому что у него там все бизнес-контакты. И это то, да, то есть вот это и есть цифровой учитель в эпоху цифровизации. Когда все отношения, все взаимодействия полностью или почти полностью опосредованы цифровой средой, за редким исключением. Еще раз, как происходит опосредование, и ответ, как происходит опосредование, и спецификация, которая определяет, как будет происходить опосредование, и значит, как будет происходить обучение, это интерфейс. Учитель, конечно, ну как бы учитель не все не умеют разрабатывать приложения, и все, вот важно понимать, что мы находимся в ситуации, когда не мы разрабатываем цифровые платформы, к сожалению, да, и там вот коммерция вездесущая, которая создает помехи для обучения, отвлекающий фактор в ряде случаев. То есть цифровой учитель существует в условиях данности, то есть дана какая-то цифровая платформа. И вот когда я говорю о создании своего интерфейса, ну, как бы, может быть, не в буквальном смысле разработка там каких-то мобильных приложений, еще чего-то там, а в смысле творческого создания интерактивного контента, да, то есть создание интерактивного контента для существующих цифровых платформ и таким образом переназначение их интерфейсов для тех способов взаимодействия, по сути, тех методов обучения, да, в цифровой среде, которые учитель пытается совместно практиковать, совместно, потому что он сам этим занимается, сам так учится. И вот цифровые компетенции цифровому учителю, да, вот где их приобрести? Я здесь, вот, уже завершая, да, вынес на слайд несколько примеров, но это как бы общие комплементарные навыки. Вот если вы обратитесь к документам, то документам той же Организации экономического сотрудничества и развития, ОСР, да, у них очень-очень много по этому поводу написано. Есть другие организации, которые пишут, что понимается под цифровыми компетенциями. Там выделяют три области: когнитивные компетенции, личностные компетенции, межличностные
И, а вот когда говорят о навыках, то говорят, что навыки, значит, делятся на общие, то есть вот умение вообще работать, там, буквально там со смартфоном работать, там текст на компьютере набирать и гуглить в интернете. Предметные, когда вот кто-то умеет создавать там приложения, то есть это непосредственно там какие-то программистские навыки. И навыки комплементарные. Да? Комплементарные – это как раз есть это вот. То есть то, что всем необходимо, умение работать в социальных сетях. Вот социальные сети, я здесь написал, да, это включает даже гигиену цифрового следа. Вот я хочу сказать, коллеги, мы сейчас много слышим про цифровой след, а я долгое время был адептом цифровой след, вот там главное правильно наследить в интернете, чтобы там как бы и тебя можно было в Гугле найти, и тебя там коллеги цитировали и так далее. Но я думаю, то, что это... как бы было у меня как бы такое наносное под впечатлением вот того, что писали западные коллеги. Я думаю, нам сейчас нужно дистанцироваться немножко от риторики цифрового следа, попрощаться с ним. Почему? Потому что что такое цифровой след? Цифровой след – это те данные, которые в огромном количестве собираются у нас все, кто только можно. Вот эти вот цифровые платформы выстраивают аналитику, и они их используют для коммерции. Да? То есть важно понимать, что если я хочу, скажем, выстраивать какие-то отношения с помощью вот этих социальных сетей и работать просто вот на уровне там, вот я сейчас налайкаю в Инстаграме какие-то картиночки, и они начнут показываться у моих друзей, то есть я не буду там лайкать какие-нибудь красивые фотографии, я буду лайкать там всевозможные посты про обучение в интернете, и эти посты начнут показываться у моих студентов, которым на меня подписаны. Так не работает, коллеги, потому что вот этот цифровой след, это еще по-другому можно сказать, заигрывание с алгоритмами социальных сетей, заигрывание с алгоритмами цифровых платформ, это как бы тупик хождения по кругу, к сожалению. Альтернатива, да, вот как бы если мы попрощаться с цифровым следом, что ж тогда? Создание интерфейса, да, то есть создание, выстраивание своей цифровой образовательной среды, персональной образовательной среды, ее поддержка постоянно, да, потому что цифровой след, ну вот я перестал писать блоги. И я ушел сразу же из выдачи поисковой. То есть надо поддерживать все время, да, то есть цифровой след, он как бы сам по себе, ну, конечно, хорошо, если в интернете нет каких-то компрометирующих фотографий с вами там в купальнике или без купальника. Вот, это обязательно, это гигиена, вот сюда прописано. А вот в таком плане цифровой след, конечно, важен. А в плане того, чтобы серьезно надеяться на цифровой след, вот в таком наивном понимании, это немножко не то. Ну, а вот с точки зрения цифровых платформ, там аналитики, еще чего-то, это да. Но вот с точки зрения цифрового учителя, нужно давать предпочтение тогда уже риторике не цифрового следа, а риторике интерфейсов, которые создает учитель именно для того, чтобы вокруг себя сформировать вот эту школу. Помните, как я сказал, что школа там, где учитель. Да? Не там, где сайт школы, а там, где учитель. Это очень важно. Ну и вот тоже вот навыки personal knowledge management, мы говорим, это экономика знаний. Это все навыки, цифровые навыки, цифровые компетенции, навыки 21 века, общество знаний, это все экономика знаний, это все синонимичные понятия, если вы посмотрите документы международных экспертных сообществ. Управление персональными знаниями, да, то есть вот постоянный поиск реферирование для себя каких-то источников и превращение их в материалы, которые могут быть дальше полезны коллегам или вашим учащимся. Вот это все personal knowledge management, тот навык, который должен быть у всех. И очень интересный, это тоже я его специально выделяю, производство интерактивного контента для цифровых медиа. То есть если вы хотите взаимодействовать, вот неформальное обучение и информальное обучение, то есть здесь и сейчас, когда вам обращаются очень быстро отвечать вашим студентам, вам необходимо уметь создавать цифровой контент. Ну вот по-простому, например, я как консультирую своих ребят, когда они у меня спрашивают какие-то вопросы по той же математике, я тут же могу на экране телефона нарисовать пальцем там какие-то формулы, записать это видео, как я рисую, а потом это видео отправить им в WhatsApp. То есть вот вам контент для цифровых медиа, который тут же распространяется с помощью этих медиа, ну в данном случае социальных медиа. Точно так же можно создавать сторизы, всякие опросы для каких-то таких информальных обучения на бегу и распространять это в Инстаграме в виде истории, там ВКонтакте или в скажем, в том же Фейсбуке, где тоже есть этот инструмент истории. Там в WhatsApp тоже есть истории, кстати, ну, то есть люди их смотрят. То есть непосредственно круг контактов, которые с вами вот по телефону сообщаются. И, коллеги, я хочу сказать, что
Если обратиться за, вот если меня спросят, а где, собственно, этому учиться? Я могу назвать конкретные фамилии, да, то есть если вас интересует, скажем, personal knowledge management, то или там онлайн-кураторство, оно очень, очень близко к этому, да, вот не цифровой куратор, о том сейчас говорят, а онлайн-куратор, там digital, онлайн, там медиа-куратор, их по-разному называют. Вот у нас сейчас терминологическая путаница из-за этих федеральных проектов, да, то есть как бы то, что самое интересное происходило несколько лет назад, оно сейчас как бы накрыто вот этим тазиком федеральных проектов, которые закрывают от тех, кто прям только сейчас приходит в эту сферу, целый пласт интересной работы прошлых лет. Вот если вас интересует онлайн-кураторство, то поищите по фамилии Кухаренко Владимир Николаевич или Бугайчук Константин Леонидович. Это наши украинские коллеги. Можно еще посмотреть, ой, забыл фамилию, коллега из Томска тоже есть, доктор педагогических наук. Ну, если вы со мной свяжетесь в социальных сетях, я вам потом обязательно найду там много. Если вас интересуют, например, какие-то навыки создания такого интерактивного цифрового контента предметного, например, по математике, да, вот очень интересную работу ведет Людмила Рождественская. Или вот я сейчас на следующем слайде покажу тоже интересный момент. Ну, сейчас покажу, сейчас про себя скажу. Значит, я этим летом планирую провести курс совместно со своими коллегами по созданию как раз вот производства интерактивного контента для цифровых медиа. Мы будем вместе учиться, ну и, собственно, я уже какой-то опыт имею, хочу им поделиться, будем учиться создавать интерактивные истории для Инстаграма. Коллеги, если вам это интересно, то вы можете со мной связаться по контактам, которые будут в конце на слайде выведены, и как бы заявку оставить, я вас включу в рассылку, когда этот курс будет запущен, это будет в июле. Мы будем, вот кому интересно, учиться работать в Инстаграме. А из интересного, что вот я вам хотел показать прямо сейчас, вот из находок буквально на днях, тоже вот, пожалуйста, научись сам называется. 13 инструментов для создания интерактивного видео, их отобрала Марина Орешко. Вот, чтобы не соврать, она, по-моему, была магистранткой у Марины Ефимовны Вайндорф-Сосоева. Ну вот, это вот кто знает, это все люди из нашего сообщества в Фейсбуке. Вот если вы по ссылочке кликните, тут презентацию можно скачать или прямо на слайде кликнуть, если она у вас ссылка, она должна работать. Вы попадете на страничку, да, где можно полистать и посмотреть и убедиться, что вам не нужны курсы продюсеров, там, муков за 70, там, 100, там, 200 тысяч рублей. Вы можете на коленке, да, с помощью вот этих инструментов, там, цифровой учитель, чем он отличается? Тем, что ему не нужна там студия, там, видеозапись, еще чего-то. Ему достаточно, имея свой методический опыт, богатый методический опыт, он у нас у всех есть, и понимание проблемы, которая возникает у наших студентов, да, наших учеников, производить для них какой-то цифровой контент. И вот Марина Орешко постаралась, собрала инструменты, которые как раз позволяют делать интерактивное видео. Тоже вот в духе онлайн-курсов вы можете на YouTube создать ролик и встроить в него опросы. Там даже будет голосование, вы увидите, кто как голосует, какие вопросы, какие проблемы возникают. Да? То есть вы можете какой-то ролик снять, что-то объяснить и задать какой-то наводящий вопрос, и посмотреть, как ваши ребята или студенты отвечают. И то же самое можно в Инстаграме делать, и мы будем учиться это делать в июле. Кто желает, еще раз приглашаю. Пока точную дату не называю, можете мне написать, мы все это организуем. Коллеги, на этом я завершаю свой доклад и обращусь к вопросам. Вопросы были, вот у нас есть специальная вкладка для вопросов, я туда переключаюсь. Светлана Алексеевна Зайкова спрашивает, какова основная тенденция цифрового образования в 2019 году? Это все-таки индивидуализация работы с обучаемым или мы идем к тысячным курсам? Спасибо. Ну, коллеги, я хочу сказать, что вопрос на самом деле скользкий, потому что если посмотреть, что делают ведущие университеты сейчас, то они занимаются просто оцифровкой лекционных курсов. И на прошлом вебинаре тоже было обсуждение по поводу качества, я там не успел ответить, со мной тоже спорила Ившина Галина Васильевна, по-моему, вот, имя отчество, чтобы не перепутать, она, по-моему, в Казанском университете, начальник
там у них управление или департамент, который называется, занимается как раз дистанционным обучением. Вот она говорила насчет оценки качества онлайн-курсов. Коллеги, вот меня что смущает в том, что, онлайн-курсы, которые предлагаются на дистанционной, ну, вот, национальной платформе, они создаются вроде бы как для того, чтобы... подменить собой очное образование. Но и это сомнительная, конечно, цель, потому что вот если Бейтс говорит, да, о сохранении системы академических ценностей, то когда у вас уходит лекция, очный семинар, то есть, ну, они все равно уходят. Там речь идет не о смешанном обучении, речь идет и именно о замене, да, что вот ваши ученики прослушали другой курс и принесли вам сертификат. То там как бы это одно, да, то есть мы идем к тому, что вот эти университетские практики, вот такие вот такого живого обучения, они как бы исчезают, да. С другой стороны, если мне говорят, ну нет, посмотрите, эти курсы, их же можно использовать для непрерывного образования, да, то есть как бы и тогда это идет индивидуализация, да, что вот я, скажем, могу дополнительно, даже не индивидуализация, а персонализация, да, я могу учиться у своего преподавателя, но дополнительно по собственному желанию где-то выстраивать для себя персональную среду, что-то где-то там, какую-то тему прослушать, скажем, на таком онлайн-курсе. И вот тут как бы скользкий вопрос об оценке качества этих курсов, потому что никто не оценивает эти курсы с точки зрения вот такой возможности, с точки зрения неформального и информального образования. Почему? Потому что эти курсы, вот мне как оппонируют, говорят то, что не, ну вы же можете там обучаться. Ну да, могу, но смотрите, если мы говорим о неформальном обучении, то мне бы хотелось бы, например, иметь этот курс разобранный. Разобранный там не на платформе, а разобранный в смысле, вот сейчас МГУ постоянно ссылаются на, если вы послушаете выступление, вот у них есть «Университет без границ» программы, они там постоянно пример приводят, забыл, как зовут, Денис Николаевич, фамилию не помню, он постоянно приводит пример с курсом по математическому анализу. Ну, прогуглите в интернете этот курс по математическому анализу. Чтобы добраться до этих лекций, вам необходимо записаться на курс. А курс на национальной платформе стартует только в сентябре, да, то есть он к семестрам привязан. А ну, я не хочу так, я хочу не, как бы непрерывное образование, я хочу как вот с курсеровскими или некоторыми курсами там с edX. Их видеолекции выложены у них на сайте отдельно, или видеолекции выложен на YouTube, но нет на YouTube этих, да, то есть этот курс, он не разбирается на эти лекции. Но если бы он даже разбирался на эти лекции, он бы уже был бы тогда не курсом, а открытым образовательным ресурсом, как делали OpenCourseWare. Тогда как бы мы говорим о качестве курса, а он ценен нам как разобранный на составляющие, вот именно для вот такого неформального, и в том числе, для чтобы смешанное образование, смешанное, там перевернутый класс у преподавателя на месте мог организовать, ему нужно доступ к этим ресурсам, чтобы он мог оттуда брать, вот как ЮНЕСКО, да, брать и использовать, как ЮНЕСКО декларирует с 2009 или, по-моему, 2005 еще года. А этого нет. Да? Или вот, например, еще говорят о том, что у них на платформе сформировалось в некоторых курсах очень интересное сообщество слушателей, которые продолжают сидеть после окончания этого курса, и они представляют собой тоже как бы вот социальный ресурс этого курса. Что вот как вот первый протомук, там есть свое сообщество, как бы не столько курс интересен, сколько интересно сообщество, в котором можно вариться, какие-то вопросы задавать, с экспертами общаться. Но опять же, коллеги, это сообщество, оно закрыто на закрытом форуме. То есть, ну, вы же не можете открыто зайти с ними пообщаться. Это же не в Твиттере, не в Фейсбуке это сообщество. Оно не в LinkedIn, да, то есть там какое-нибудь бизнес-сообщество, в которое вы можете войти. А что делает цифровой ученик? Он находит этих людей лично, добавляет их себе в контакты в Твиттере, в LinkedIn, в Фейсбуке и начинает общаться с ними один на один. Да? То есть, а как оценить качество этих курсов, да, то есть с этой точки зрения? А с этой точки зрения они вообще не курсы, да, то есть они как бы с этой точки зрения вообще не интересны. Хотя они есть, да, и какую задачу они решают? Они решают задачу просто оцифровки, перевода лекционных занятий в онлайн-занятия. Ну, коллеги, вот когда это делали. MIT в 2000-х году, они же не снимали очные занятия. То есть очные курсы, они как были, так и читаются. Но не востребованный курс, хорошо, его не будет, там в архиве он останется. А если востребованный, почему бы нет? Или если говорят курсы от лучших, ну, курсы от лучших, там тоже есть вопросы. Вопросы, которые, вот, например, если Тони Бейтса почитать, он говорит, что лучшие это не те, кто, скажем, в элитном университете преподает. Потому что в элитном университете есть элитная среда, и туда попадают элитные студенты, потому что там действует элитный отбор. Да? Сейчас как бы лучшие это те, кто в состоянии, ну вот на коленке там своего профессорского общежития снять видео. Я такой курс видел. И, кстати, EdX тоже делали исследование, у них выборка
У них не просто там 100 или 200 тысяч студентов обучается на курсе, у них там миллионами, там выборки, по-моему, было как раз на 2 миллиона студентов. И они выяснили то, что как производить контент. Не нужны курсы там по 100-200 тысяч, как вам снимать эти муки. Нужен профессор, который у себя дома там или на даче может снять ролик харизматично, да, там буквально там ручкой на столе пишет, камеру держит на весу, и выложить его как бы из этих роликов, собрать какой-то образовательный ресурс, снабдить его системой задач, которые он тоже определенным образом выстроил, и получается вполне востребованный онлайн-курс. То есть вот с этой точки зрения, да, вот смотрите, тенденция цифрового образования в 2019 году, она такова, что есть приоритетные проекты. То, что они делают, ну вот я стараюсь сейчас как бы оценочных суждений не делать. То, что они делают, это одно направление. Да, то есть, ну, это понятно, это нужно, мы должны как бы соответствовать этим требованиям. А есть цифровизация вообще. Я же сформулировал, давайте назад отмотаю еще раз, чтобы у нас это определение было перед глазами. Это та тенденция, это то, что происходит сейчас на самом деле. Да, то есть цифровизацию можно по-разному понимать. Вот я почему говорю то, что есть коллеги, которые скептично настроены, очень скептично настроены к цифровизации, они говорят, это хайп, это какая-то там выдумка каких-то людей, сидящих очень высоко, для того, чтобы опять же всем запудрить мозги и там что-то где-то освоить, какие-то бюджеты. Это не так. На самом деле цифровизация, она... Это объективный процесс, он объективный процесс в экономике. И в образовании важно то, как мы его понимаем в образовании. Нам же нужно рабочее определение, которое позволит нам куда-то двигаться. Вот, пожалуйста, если вы со мной согласны, вы можете тенденции в 2019, в 2020, в 2021 году и дальше, вообще в 21 веке, усмотреть из этого определения. Да, я еще раз его озвучу, что сейчас происходит. Происходит переход к преимущественной, полностью опосредованному взаимодействию участников образовательного процесса. Опосредование через интерфейс. Да, то есть дальнейшая информатизация, да, цифровизация в рамках информатизации, она заключается не в развитии инфраструктуры как таковой, хотя это будет происходить, а вот именно в развитии интерфейса. То есть, может быть, мы перейдем к носимым компьютерам, там, то есть не в руках носимых, там на голове носимых. Может быть, там какие-то контактные линзы появятся, которые проецируют картинку в глаз. Голосовые интерфейсы появятся. Там, может быть, Siri тоже начнет отвечать на вопросы, там какая пара у меня завтра. Да? То есть ВУЗ, понимаете, как вот ВУЗ предоставляет интерфейс. Но это уже будет программный интерфейс. То есть что такое цифровая образовательная среда? Это интерфейс. ВУЗ предоставляет интерфейс в современной цифровой образовательной среде, в проектах приоритетных. Об этом ни слова не сказано, обратите внимание. Но ВУЗ может предоставить такой интерфейс, да, если с точки зрения их трактовать цифровую среду, который позволит информационной системе ВУЗа интегрироваться с там iMessage, интегрироваться там с Siri, еще с чем-то, для того, чтобы я вот мог утром встать и сказать, какие у меня сегодня пары, там, привет, Siri, какие сегодня пары, и эта информация поступит. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот они, тенденции. И это будет происходить. Если это не будет происходить силами нашей... А вот что интересно, да, если вы принимаете решение в вашем... То есть я в своем ВУЗе решение не принимаю, я всего лишь старший преподаватель, у меня даже степени ученой нет. То есть меня на месте не слушают, да, там, где я мог бы что-то порекомендовать. А если вы принимаете такие решения, то вот, может быть, я буду вам полезен со своим советом, да, что ваш ВУЗ, если он не входит в восьмерку лучших, там, лучших, как мы называем, в Лигу Плюща российскую, да, то ваш ВУЗ может стать лучшим в цифровой образовательной среде вообще в международном пространстве, если вы вовремя интегрируетесь, да, с помощью вот этих интерфейсов, если вы понимаете, куда нужно двигаться. Потому что оцифровывать курсы, ну, коллеги, понятно, что курсы математического анализа, которые вы читаете у себя, вы уже у себя в скором времени читать не будете. Ваши студенты будут смотреть их онлайн. А вы будете придумывать, как организовать вот как раз уже не преподавание, а учительство. Да, то есть как им объяснять, консультировать их и все остальное. И это самое ценное будет, это будет самое дорогое. Если вы принимаете решение в ВУЗе, связанные, скажем, с финансированием, с проработкой каких-то схем, которые позволяют вам сохранить ставки, преподавателей, которые делают вот эту работу, да, то подумайте, что это очень важно. То есть это то, зачем придут вузы. Вот у Бейтса, если почитать в книге, он пишет, что вузы придут сейчас не выпускники школ, а придут взрослые люди.
Да, и вот в МГУ тоже они отмечают, что у них слушатели на их вот этой программе «Университет без границ» средний возраст 31 год. В США средний возраст сейчас слушателей 31 год. У нас бакалаврская программа рассчитана на 4 года. Это законодательно закреплено, что программа бакалавриата не может быть больше 4 лет. Есть в стране университеты, которые самостоятельно определяют, да, вот как Высшая школа экономики сейчас они ввели бакалаврскую программу на 5 лет. У нас в университете тоже есть бакалаврская программа на 5 лет, но там связано с тем, что двойная специализация, два профиля. Профиль двойной специализации, но мы как считаем то, что вот человек, там выпускник школы вчерашний, должен за 4 года отучиться и там 22 года уже выйти, начать там работать где-нибудь, да, это не так в мире. В мире вот сейчас, вот, допустим, если статистика в США посмотреть, тот же Бейт в себя в книге пишет, но вот я просто под впечатлением, я начал читать эту книжку, удивился, что только сейчас ее вдруг нашел. Она, кстати, не очень новая, 15-й год. Но вот он пишет то, что средняя продолжительность в США, да, средняя продолжительность освоения бакалавриата сейчас, да, 4-летнего бакалавриата, 7 лет. То есть люди приходят учиться, которые уже работают, чем-то занимаются, им что им нужно, вот нужно, они вернулись в университет, это не выпускники школы, это взрослые, уже образованные, так или иначе люди, которые осваивают там второй, там третий, может быть, бакалавриат, учатся, переучиваются или там доучиваются, и это не 4 года, это 7 лет, это нормально. Да, то есть и важно понимать, что здесь уже нужны будут не просто какие-то онлайн-курсы, еще там что-то, это нужно, да, но нужны будут люди, цифровые учителя, в том числе, если это бизнес-образование, да, я сказал, люди, которые могут обеспечить нетворкинг уже в процессе обучения, приглашать экспертов там через смешанное обучение, да, какие-нибудь онлайн-сессии, онлайн-семинары. То есть вот это то, куда нужно двигаться. Хорошо, еще один вопрос. Это должно стать стратегией вашего вуза, можете никому об этом не рассказывать, вот, но с коллегами двигать, если вы, еще раз говорю, если вы принимаете решение в своем вузе, это то, что может спасти ваш вуз. Александр Александрович Андреев спрашивает: знать по Травкину — это умение найти знания. Ну, Александр Александрович, это не то чтобы по Травкину, это модель сетевого знания, да, концепция сетевого знания. Вот что помните, вот мы много раз говорили о коннективистах, как Даунс понимает знание как вот состояние, да, что вот результат, что человек обучен, да, он что-то знает. Он организован определенным образом, да, то есть у него сформирована система понятий, он элементарно просто помнит какие-то ключевые слова, по которым можно быстро актуализировать информацию. Информацию, которая распределена в интернете. И, собственно, вот усвоение каких-то ключевых предметных ориентировок, которые мне позволяют быстро ориентироваться, что вот это по той этой теме. Я знаю элементарно какие-то классификации, конкретные классификации, которые позволяют мне ориентироваться. Помните, как у Ландау, вот у него тоже интересное было такое отношение, он стремился все знать, но понимая, что он все знать не может, он удовлетворялся тем, что если он в какой-то области не является специалистом, он хотя бы знает какие-то классификации, да, там, предметной области, что она подразделяется на какие-то разделы, и примерно он как бы может сориентироваться. Вот это то, к чему сегодня стремится образование в цифровой экономике, в экономике знаний. И это касается всех, абсолютно всех, в том числе людей, которые занимаются, заняты рабочими специальностями, потому что от них требуется совершенно другой уровень компетенции. Тот же продавец-консультант, он какие задачи он решает, продавец-консультант? Он должен выдать справку, там еще и разговор поддержать, и быть осведомлен, там, допустим, там, не знаю, там новинки электроники и все остальное, где это брать? Да, где это брать? Это же не только там знания о товарном складе. Это общество знаний, цифровая экономика. Так, тут еще... Вопросы были, вопросы не на вкладке вопроса, вопросы в общем обсуждении. Я все не увижу, наверное, мы не успеем, коллеги. Если хотите быстро что-то спросить, закиньте на вкладку вопросы. Вот Вячеслав Александрович Лепсак пишет: это, вероятно, связано с тем, что дети взрослеют позже, хотя это было раньше, бакалавры начинают понимать, куда они попали, только на последнем курсе. Но, Вячеслав Александрович, я думаю, если это как бы в адрес тезиса о том, что стареет бакалавр, да, то есть как бы возраст у них, средний возраст выше, это не только с этим связано. Вот понимаете, у нас есть многие факторы. Во-первых, люди живут дольше, да, то есть они перестают умирать, да, так если цинично сказать. А у нас отодвигается пенсионный возраст, да, и у нас возникает
как бы количество живущих людей более старшего возраста, оно естественно, больше, их все больше и больше становится, чем тех, кто рождается в развитых странах. А те, кто вот трудоспособное население, которые вот люди, они, я же говорю, постоянно нужно образование, нужно возвращаться, оглянуться, переосмыслить, переобучиться, там, доучиться. И поэтому, то есть это не просто там в свое удовольствие кто-то учится. Вот у нас, как говорят, что такое дополнительное образование? Это какие-то там пенсионеры, которым нужна социализация, чтобы там не свихнуться от того, что они перестали быть кому-то нужны. В смысле, они кому-то перестали быть нужны. Человек, который обладает экспертизой, всегда нужен. Они возвращаются не только из цели там, получить удовольствие от обучения. Я тоже, как я же не старик, я получаю удовольствие от обучения. Они возвращаются из-за необходимости. Им нужно доучиваться, переучиваться и находить, да, сферу применения, если они хотят остаться в этой экономике. А у них вот у людей взрослого и там третьего возраста, у них большой потенциал на самом деле, потому что у них накапливается опыт с возрастом. Если у человека нет проблем с головой, ну, по-простому скажем, да, то это человек очень ценный. И если он сохраняет способность учиться, да, и медицина в состоянии сохранить его здоровье, то это очень ценный кадр. А система образования должна быть направлена на то, чтобы обеспечить ему возможность приобрести формально, то есть вернуться в университет на какую-нибудь программу бакалавриата или магистратуры, или может быть даже вот ту же аспирантуру, если он работает в передовой области. Или неформально, да, дополнительное образование получить, или информально, что если он хочет быть на переднем краю, ему нужно, чтобы в его персональной учебной сети были в том числе академики, да, то есть люди от академии, а это уже идет информальное образование, которое вот цепляет на как клин туда формальное ядро, и в том числе обеспечивает разработку формальной ядра. Мы же сказали, что за счет неформального образования с переднего края, если система образования открытая, то она обеспечивает это. Передовой край, система видит, что там что-то новое появляется, и она тут же может его встроить неформально, там, в топ или там в основное ядро. Не переаттестация, да, это будет уже, а это будет сразу же здесь, сходу, аттестация этих компетенций, которые, может быть, только вчера были артикулированы, да, кем-то. Хорошо, коллеги, у меня вопросы закончились. Нет, есть, прошу прощения. Вот Вячеслав Александрович пишет, что есть проблемы физиологические, проблемы личностные. Да, вот Вячеслав Александрович, на самом деле личностные проблемы, они есть даже у меня. Потому что я сейчас общаюсь с ребятами, и я чувствую то, что, ну, знаете, большая разница. Вот у меня сейчас брат на первом курсе обучается, и я вот как-то пытаюсь рефлексировать, огромная разница, даже 15 лет, все совершенно по-другому у них. У этих ребят, которых мы называем цифровыми аборигенами, они на самом деле цифровые беспризорники. И наша задача, используя нашу экспертизу, самим, помочь этим цифровым беспризорникам стать цифровыми аборигенами в этом мире. Да, у них есть большой потенциал, но и у нас есть потенциал, да, и все-таки мы на шаг впереди. Да, у нас только проблема, у нас не проблема, у нас задача разобраться с тем, да, как вот эти, какие возможности цифровизация предоставляет нам в первую очередь, да, и предоставляет им, потому что мы остаемся в этой цифровой экономике, мы должны перестраиваться, это вызов, а они должны, как бы, идя за нами, следом встраиваться. Вот здесь Зинченко Марина Вячеславовна спрашивает, какие теоретические работы вы бы порекомендовали по персонализации цифровой образовательной среды учащихся и педагога. Есть работа, диссертация, вот я сказал, я не помню фамилию, честно. Марина Вячеславовна, если вы мне напишите, я назову. Там можно найти автореферат, но на самом деле вы, если читаете авторефераты, даже частично в интернете, да, потому что не у всех есть доступ к библиотеке диссертации, даже если вы просто читаете введение и потом смотрите там выводы выносимые, положения выносимые на защиту, а потом смотрите литературу, вы очень быстро можете сориентироваться, куда дальше двинуться. Вот я, как бы, несколько ключевых источников знаю, от которых я толкаюсь, но это источники, которые позволят, скажем, нам вести академический дискурс с коллегами вот в Российской академии, да. А есть международное, как бы, научное сообщество, и там, как бы, немножко другой фокус, немножко другие источники, немножко другие приоритеты. И я рекомендую все-таки обратить внимание на работы Кухаренко Владимира Николаевича и в работы, по-моему, я не помню фамилию, Стародубцев или
или Стардуц, по-моему, из Томска, доктор педагогических наук, у него тоже есть по персональной образовательной среде, по персональной учебной сети. И вот можете вот западных коллег посмотреть, там тоже Siemens Downs погуглить, очень быстро можно будет сориентироваться. Это базис, да, это базис. И по персонализации тоже есть базы западных статей, есть база, она называется, поисковик Эрика называется, Эрика, база данных статей по педагогике, по образованию, да, Educational Sciences. И там тоже, если по ключевым словам сказать, Personalized Learning. Там много очень литературы, можно сориентироваться. Так, какие этические работы? Вячеслав Александрович пишет, эту проблему уже решили древние философы, личное общение. Да, личное общение, ну, личное общение, мы же говорим, что у нас оцифровка происходит личного общения, получается такое оцифрованное пространство отношений, и в нем персональные учебные сети. Ну вот в бизнесе говорят нетворкинг. Вот на вкладке вопросов, этот самый вопрос был, все, я на него уже ответил. Коллеги, если вопросов больше нет, тогда, чтобы вас дольше не задерживать, мы уже полтора часа отговорили, запись будет. Вячеслав Игоревич сообщил, да, вы видели в чате, что сертификаты, записи, там все это можно получить. Если у вас есть вопросы, коллеги, я сейчас работаю над, то есть я то, что вам излагаю, оформляю в виде статьи, то есть, ну, сами понимаете, статьи всегда пишутся долго и нудно. Если у вас есть какие-то вопросы, что-то я могу более подробно вам рассказать, потому что все, конечно, вот так вот не сходу не выпалишь. Можно продолжить общение, пожалуйста, добавляйтесь ко мне. Сейчас я еще раз верну. Добавляйтесь в Фейсбуке, пишите на почту электронную. Вот почты электронной, к сожалению, здесь нет, но в Фейсбуке вы можете найти мои контакты. Или мой блог, вот funofteaching.tumblr.com. Там тоже есть ссылочка и на мой Инстаграм, и на все. Вот, кстати, интересно, можете посмотреть мой Инстаграм, там достаточно в таком неформальном форме я его веду. Может быть, даже кто-то удивится, насколько неформальное у меня общение со студентами выстроено. Это очень интересный опыт, мне кажется, я им уже пытался делиться, я еще им поделюсь. И вот напомню, да, что вот я вас приглашаю. Вот третий пункт. Производство интерактивного контента для цифровых медиа в июле. У меня будет курс вместе с одним из моих студентов и вместе с моей коллегой, вот, ну, сестра моя, она в колледже преподает, тоже со студентами общается через Инстаграм, и вот мы поделимся с вами нашими находками. Если вам интересно, пожалуйста, добавляйтесь. Там мы расскажем, как монтаж видео делать, как вот, вот у нас, вот к чему я веду, к тому, что это все можно делать на коленке, да, цифровой учитель, его задача вот именно вот как вот в цифровой экономике здесь и сейчас быстро, да, быстро перестраиваться, если это производство какого-то цифрового контента интерактивного, то здесь и сейчас быстро, да, то есть вот как, не имея каких-то специальных знаний, там, навыков операторской работы, еще чего-то, снять ролик, превратить его в историю, да, на который будут реагировать, как добавить там голосование, какую-то обратную связь, как анализировать все это, вот это все мы будем. Как сделать истории, если вы хотите, чтобы они выглядели так глянцево, как это делают там всякие аккаунты, коммерческие аккаунты. Вот этими всеми соображениями мы с вами поделимся. Так что можете мне написать, добавиться. И в июле я планирую, что этот курс стартует. Там все будет бесплатно, все будет открыто. Опять же, через социальные сервисы, в основном через сам Инстаграм. То есть мы вот в духе Bootstrap, инструмент, который мы будем осваивать, мы его же и будем использовать для того, чтобы научиться, да, вот это все освоить. Коллеги, еще раз спасибо. Если вопросов нет, то я завершаю. Спасибо, кто пришел.